Давайте посмотрим советы вам от высших сил с помощью карт. Что посоветуют вам высшие силы с помощью карт? Море. Совершать ошибки нормально. Идеальных людей нет. Разрешите себе ошибаться и плывите дальше по морю возможностей. Действительно, видите, совершать ошибки – это нормально. Идеальных людей нет. Все мы ошибаемся, но вы плывите дальше по морю возможностей. То есть не теряйте свои возможности. Идите дальше. Работа. Работайте над собой. Застой не приносит пользу, а вам новые знания и навыки – ваш актив. И весна. Весна бывает не только календарной, но и душевной. Пора попрощаться с холодом и вылезти под пледа. Вы полны сил для любых действий и легко можете решить все проблемы. Ну вот видите, какие замечательные советы дали карты. Море, работа, весна. Совершили ошибку, работайте над собой, застой не принесет пользу. И попрощайтесь с холодом, вылезайте из-под пледа, вы полны сил для дальнейших действий. Вот такие были советы вам от высших сил.